На сегодняшний день государством большое внимание уделяется работе с одаренными детьми. С этими группами лиц работа проводится в различных направлениях. В школьном учреждении номер 10 существует научное общество учащихся «Эрудит», куда вовлечены школьники от начальных до старших классов. На протяжении 5 лет в группе активного участия принимает Хазбулат Джангишиев, ученик 11 класса. Подросток заинтересован всеми направлениями школьной программы, участвует во всевозможных олимпиадах, начиная от муниципальных, заканчивая всероссийскими. В этом году он решил себя проверить. За пределами Дагестана на базе Ростовского государственного медицинского университета проходила олимпиада по химии. Он был зарегистрирован 600-м участником, поехал на эту олимпиаду, принял участие и занял там 2-е место, диплом 2-й степени. Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, видными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности. Именно такого мнения о Хазбулате классная руководительница Аида Мусаева. По ее словам, Хазбулат имеет не только интерес к школьным дисциплинам, но и активно посещает дополнительные внешкольные занятия. На данный момент выпускник все свое время уделяет подготовке к предстоящим экзаменам. Хазбулат учится в нашей школе с 1-го класса. Все годы пока учился только на отлично. И сейчас является претендентом на окончание школы с золотой медалью. Каждый год, буквально с 8-го класса, он участвует в творческой работе, проектной работе «Шаг в будущее». Хотелось бы большое спасибо сказать его родителям за такое воспитание, которое дали они своему сыну, уделяли большое внимание. Первый тур был на компьютерах, то есть мы проходили тесты по всему курсу химии. А второй тур уже были задачи. Уровень сложности был нормальный, то есть каждая задача, уровень сложности возрастал. А вообще есть такой человек, на которого ты равняешься, кто тебя мотивирует? Мой отец, в принципе. Он в свои годы, он тоже старается, но не перестает учиться. Каждый вечер я вижу, как он сидит и читает. Как отмечает герой выпуска, заслуга его успехов благодаря отцу, который с малых лет был заинтересован будущим своего сына. Хазбулат очень интересуется школьными предметами, такими как химия и биология. Именно это сподвигло его принять участие на олимпиаде в том вузе, куда планирует поступать. Набранные 4 балла на олимпиаде в Ростове-на-Дону будут иметь значение при поступлении в университет, что является главным для абитуриента. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».